Поселки Озерновский и Запорожье Усть-Большерецкого района по-прежнему находятся на карантине из-за вспышки коронавируса. По последним данным, здесь зарегистрировано 86 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В поселке прибыл в Рио заместителя председателя правительства Камчатского края Роман Василевский. Для нужд Озерновской районной больницы он привез медикаменты, лекарства с детской дозировкой, средства индивидуальной защиты. Роман Василевский проверяет ситуацию с дезинфекцией в поселениях и соблюдение противоэпидемиологических требований на местных предприятиях. Для санитарной обработки многоквартирных домов, общественных территорий и пассажирского транспорта управляющим организациям выдадут дополнительные дезинфицирующие средства. На сегодня в стационаре находится 8 человек, 10 выписаны. Среди них как стационарные, так и амбулаторные пациенты. Определено порядка 160 контактных лиц, включая 11 семейных очагов. При необходимости в развернутый в Озерновском ковидный моногоспиталь дополнительно направят врачей. Школа и детский сад по-прежнему не работают. В условиях режима ЧС добраться до поселений возможно только авиасообщением при условии наличия у пассажира справки об отсутствии инфекции. Те, кто отправляется из Озерновского и Запорожья в Петропавловск, также должны предоставить такие справки. Для граждан с камчатской пропиской тестирование бесплатно.